Всем привет! На тарелку выкладываем салатный микс по кругу. Теперь выкладываем очищенные от белых волокон дольки мандарина. Затем выкладываем кусочки отварного филе. Вслед за ним украшаем черным виноградом. Посыпаем все зернами граната. Делаем заправку 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка винного уксуса, 1 столовая ложка оливкового масла и выжимаем сок лимона. Все хорошо перемешиваем. Щедро поливаем готовой заправкой. По желанию посыпаем тертым сыром. Наш необыкновенно вкусный салатик готов. Получается очень яркий, красочный, аппетитный и просто великолепно будет смотреться на праздничном столе.